Чтобы поощрить лучших, не нужен повод. Сегодня глава Чувашии вручил знаки отличия, почетные грамоты и благодарности профессионалам своего дела. Подробности у Дмитрия Ковалева. Не один десяток ролей сыграно Валентиной Ивановой на сцене театра. Но получив высокую награду от президента, даже актриса от волнения с трудом подбирает ответные слова. Очень приятно получить эту благодарность из ваших рук, Михаил Васильевич. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить преподавателей Московского театрального училища имени Щепкина, где я училась. Ордена за заслуги перед республикой сегодня удостоился член Общественной палаты, руководитель фонда «Правопорядок» Александр Дельман. Среди награжденных сегодня немало преподавателей школы, воспитателей. Елена Яндемиркина уже 12 лет руководит детским садом. В нашем строящемся городе вот новые дошкольные учреждения, они открываются друг за другом. И это очень важно, потому что это говорит о том, что наше правительство Чувашской Республики, администрация города Чебоксары делает много для наших дошколят. Именно такие трудолюбивые люди двигают республику вперед, отметил Михаил Игнатьев. Благодаря усердному труду и таланту вы добились больших высот профессии. Я абсолютно уверен в том, что еще будете добиваться. Каждый из вас лучший, и каждый из вас заслуживает особой благодарности. Убежден, что в основе ваших достижений лежит любовь к родной земле, искренняя забота о ее процветании. Вы знаете, что у нас часто проводятся мероприятия федерального и международного уровня. Доверяют нам и органы власти Российской Федерации. Сегодня среди награждаемых находятся люди, благодаря которым 1 июня текущего года Международный день защиты детей в Чебоксарах прошла замечательная, прекрасная акция «Стань первым». После торжественной церемонии бокал шампанского за успех. Награжденным глава региона пожелал новых побед. На память общее фото с людьми, чьи заслуги признали на высоком уровне. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.